Муслим, дорогой Тамара, мама, дамы, господа. Очень давно, лет не знаю когда, сколько, я тоже впервые по телевизору увидел прелестного, прекрасного молодого человека. Не знал, как его звать, не знал, как его фамилия. Он стоял широко, раскинув руки и также расставив ноги. И это было не все, потому что был прекрасный, удивительный, завораживающий голос. Я иногда даже думаю, что вот так и не помню, знак качества вот этот вот, он появился до Муслима или сняли с него?